что ковид исчез из поля внимания, на самом деле абсолютно неправильно. По данным 6 марта 2023 года, всего в мире заразились ковидом около 680 миллионов человек. Из них выздоровело около 650 миллионов. Примерно 6 миллионов больных не оправились от вирусного заболевания. Были надежды, что после омикрона ситуация пойдет на спад, но они не оправдались. Вирус как бы снова и снова делает популяцию доступной к заражению, и что ему обеспечивает бесконечную периодичность процесса. Как и для любого остро-респираторного заболевания, эпидемиологический процесс будет идти волнами. Да? Сейчас пока эти волны не зависят от сезонности, да? Коронавирус достаточно заразен, чтобы сезонность игнорировать, но рано или поздно устаканится. Пока цикличность вируса не синхронизирована со временем года, вирус, в свою же очередь, становится менее смертельным, но более заразным. А это позволяет спрогнозировать, что через год-полтора снова случится резкое изменение заразности. И не факт, что в сторону снижения. Да, коронавирус достаточно заразен, чтобы сезонность игнорировать, но рано или поздно устаканится, и, скорее всего, к нашей старости коронавирусная инфекция станет сезонной. Но вот если кто-то хочет перенести коронавирусную инфекцию достаточно легко, тот должен вакцинироваться. Для того, чтобы избежать заражения, Всероссийская организация здравоохранения рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, не забывать мыть руки, проветривать помещения. Как отмечают специалисты, одним из эффективных методов борьбы с коронавирусом является вакцинация. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Амир Ахтямов, Фарид Захитоглы, Универньюз.